Hi guys, so welcome back to Junris Blogger Degree Action. For today's video reaction, let's go to one of our favorite country, which is Russia. Привет and спасибо to our Russian friends. How are you all guys? Hope you're doing well and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, and this is our another video reaction all about Russian and entitled "When a German saw a Soviet pilot who shot him down, he didn't believe his eyes." And credit to the owner also with the video to Dark History. Bit of the people I'll put on the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click the subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos that you can suggest, drop a comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video requests. And this is an amazing story. It took place in the very beginning of the war in June 1941. And I hope guys you will be having fun and enjoy watching with this one, because when I saw German or Russian videos, it really caught my attention that there is something, a very nice story of those wars that we can learn something about it. That because some of the people take it as a negative, like talking a lot of those war before, but there is something behind of those story good that we can learn about it. And I hope guys you'll be having fun and enjoy watching with this one. And I enjoyed to those people and supporters of our channel that they will be writing their comments and their side also with regards to this video. And I would love to hear with you also guys at this the comment section. And I want you to turn on the CC down there for your Russian English subtitle so that we can understand also with regards to this video. Enjoy with this. Guys, привет и спасибо to all of you. События, о которых рассказывается в видео, происходили 22 июня 1941 года. Это удивительная история, взята из воспоминаний командира 85-й стрелковой дивизии генерала-лейтенанта Бандовского. Немцы первым делом начали бомбить советские аэродромы. Старший политрук вместе со своим товарищем в тот день оставались дежурными на аэродроме. Остальные летчики находились в Минске, был выходной день. С первыми ударами авиабомб дежурившие срочно явились к начальнику аэродрома и заявили о готовности вступить в бой. Без приказа нельзя. Приказа вступать в бой нет. Ждите приказа. Выйдя из кабинета начальника, летчики переглянулись и, не сговариваясь, побежали к самолетам. «Сверху бей!» — прокричал напарник. «Сверху! По кабине! У них брюхо бронированное! Сверху надо! В кабину!» Советский самолет метался среди немецкой эскадрильи, атаковавшей аэродром, с которого они только что взлетели. С земли видели, как сначала загорелся один немецкий самолет, потом второй. Потом подбили и советский самолет, который загорелся и пошел к земле. Немцы добивать его не стали. Самолет кое-как приземлился. Из него выскочили двое. Забрались в другой самолет и тут же взлетели. Через несколько минут воздушного боя загорелся еще один немецкий самолет. Но и советский получил повреждение. Стал заваливаться на одно крыло. Летчикам удалось посадить и этот второй самолет. Из кабины выбирались уже с трудом. Оба летчика к тому времени уже были ранены. Один остался. Старший политрук забрался в третий самолет и снова поднялся в небо. Не ожидая такой яростной атаки, немцы, потеряв несколько самолетов, улетели. Затишье было недолгим. В небе снова показалась немецкая эскадрилья, шла в направлении аэродрома с твердым намерением сравнять его с землей, чтобы больше с него не поднялся ни один самолет. Летчик вступил в неравный бой и, расстреляв весь боекомплект, пошел на таран ведущего самолета. Маневр был настолько неожиданным, что немец не успел увернуться. Самолеты столкнулись в небе, оба загорелись и пошли к земле. Огонь охватил немецкий самолет полностью. Немецкий летчик успел выпрыгнуть с парашютом.
Ветер вынес его на огневые позиции одного из дивизионов 223-го гаубичного артиллерийского полка. Во время приземления немецкий летчик подвернул ногу и не смог скрыться. Пленного доставили в медсанбат и стали допрашивать. Несмотря на то, что немец попал в плен, вел он себя дерзко и был скорее удивлен, чем напуган. Всем своим видом показывал, что плен для него — это недоразумение. Первый допрос вел командир медико-санитарного батальона военврач второго ранга Лизагуб. При осмотре одежды пленного обратили внимание на второй комплект гражданской одежды, который был надет на нем под военным летным комбинезоном. Очевидно, на тот случай, если самолет будет сбит, и пилот сможет благополучно приземлиться, чтобы скрыться среди местного населения и вести разведнаблюдение уже в новом качестве. Умно, но не сработало. Из обнаруженных при нем документов стало ясно, что нашему летчику удалось сбить командира эскадрильи, майора Лемана. Во время допроса Леман рассказал, что в свое время учился в СССР в военно-летной школе в городе Энгельс. Складывалось впечатление, что он все еще не осознавал, что находится в плену. Настолько его переполняла спесь и самоуверенность победителя. С гордостью рассказывал, как отличился в боевых действиях в небе Испании, Бельгии, Франции, Англии, награжден Железным крестом и тому подобное. Вы, кажется, не отдаете себе отчет, что находитесь в плену. Наш летчик атаковал ваш самолет, и вы ничего не смогли сделать. Для вас война закончена. Это не был бой. Ваш летчик пошел на таран. Какая разница? В результате ваш самолет сбит, и вы здесь. Повторяю, вы не отдаете себе отчета, что вы больше не командир эскадрильи. Ведите себя соответственно. Вы всего лишь пленный. Допрос продолжился. Настроение Лемана менялось, и в конечном итоге он сник. Видимо, дошло, что война и правда для него закончилась. Его отцу, который также служил в вермахте и скоро узнает о том, что сын в плену, гордиться будет нечем. Важная деталь эпизода – действия советского летчика, который не подчинился приказу, не сразу признали геройскими. В общей сложности он получил 18 ранений. Каким-то образом, в таком состоянии, таранив немца, умудрился посадить и третий угнанный им самолет. Еле живого летчика нашли крестьяне. Выслушав его путанный и очень странный до невероятного рассказ, первым делом отправили в медсанбат, где находился Леман. Сопоставили рассказы обоих. Все совпало. Получалось, что Лемана действительно сбили, таранив его самолет. И это мог быть только старший политрук, которого крестьяне нашли всего израненного возле полусгоревшего самолета. Встреча. Из переговоров Леман понял, что рядом находится тот самый летчик, который таранил его самолет. Немец оживился. «У меня просьба». «Слушаю вас. Могу я посмотреть на того летчика? Я понял, что он находится здесь же». Лизагуб с помощником переглянулись. Дело в том, что и тот летчик, которого доставили крестьяне, тоже хотел посмотреть на живого фрица, которого он сбил. Невероятное совпадение. Но на войне случалось и не такое. Никаких особых инструкций на этот счет не было. Лиману ничего не ответили. С раненым же нашим летчиком поговорили. В той комнате немец, которого ты сбил. Носилки пронесут через эту комнату, и ты сможешь на него посмотреть, но при одном условии. Летчик заволновался. Предупреждаю, виду, что ты летчик, и в той комнате не просто так не показывай. Мало ли. Может, это не он? Еще будут разбираться с тем, что ты тут натворил.
раненый пообещал, что ничем себя не выдаст. Но едва носилки поравнялись с пленным немцем, приподнялся и смачно плюнул Лиману в лицо. Носилки унесли. Лиман подскочил, но его грубо усадили назад. «Не двигаться!» Ошарашенно глядя по сторонам, Лиман растерянно утирался. «Ну вот, вы просили познакомиться с тем самым летчиком. Это он и был ваш крестник. Собирайтесь, сейчас вас отвезут в штаб армии». Вот так война для командира немецкой эскадрильи Лимана закончилась на второй день войны. Сначала тараном, а потом смачным плевком. Wow, that was truly an incredible story of this, like how the Soviet fought the German. And this is an awesome story for the glorious of our heroes. And salute and much love and respect, because there is always something beautiful in the story of how the Soviet like going into fighting, like supporting, standing on their country to protect in their country. And that's truly incredible. And we always shared a very nice story. And this was very great story that sharing to us historical diving. It is very interesting and instructive also. Everyone who died in the war was dropped in our sea at peace, and eternal memory to all of our heroes and to all our grandfather also. And this is so incredible. There is something to learn about on the video of like the war before, that we really have to know more deep down on this video, because the way how the Soviet fought on their land, fought the motherland, that's so interesting to watch and enjoy with. And I hope guys you enjoyed watching with this one, because I enjoyed it so much. And if you really want to connect also with the owner of the video, I put in the description box below. If you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and share, subscribe also with my channel. This is Junris Blagadag React saying stay humble, stay positive guys. If you want to connect my social media account is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much for Viet and spasiba to our Russian friends. Have a good day everyone. Bye bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po, and see you in my next video reaction.